Приветствую всех на канале. Раз уж вы включили это видео, значит, у вас не запускается Metro Redux версии. В моем случае не запускаются обе игры, купленные со Steam. Это видео в первую очередь для тех, кому не помогли стандартные решения этой проблемы, типа изменения файла user, удаление папки, скрытой папки Foia Games. У меня ее в принципе нет. Если установлены всяческие обновления, но при этом игра все равно не запускается. Я нашел решение проблемы. Я скачал Redux с торрента, и совесть меня не гложет. Алло, я купил игру, а она меня в жопу шлет. Где это видано? Для проверки запускаем. Как видно, работает. Окей, открываем обе папки с репаком и со Steam версией. Проверяем в каждой из них сортировку по имени и по возрастанию. Это важно. Далее в папке с репаком выделяем все, что ниже Metro Benchmark XE, и копируем с заменой в стимовскую версию игры. И запускаем Steam-версию. Как? Результат перед глазами. Я пытался выяснить, какой именно файл отвечает за исправление, но пофайловое копирование привело к тому, что он просто перестал запускаться, как и раньше. Если не хотите качать репак, то ссылка на скачивание архива со всеми этими файлами будет в описании. Надеюсь, поможет.